Радий представити вже традиційно, що вівторка, Світлана Іваненко, психолог, психотерапевт. Сьогодні у нас в гостях. Сьогодні поговоримо про гроші, про те, як керувати цими грошовими потоками для того, щоб їх не злякати і не відлякати від себе. Якщо все-таки говоримо о деньгах, то як я понимаю, із теми сьогоднішнього нашого розмови можна препятствувати тому, що деньги появляються либо в сім'ї, либо індивідуально у кожного чоловіка. Чому це відбувається? Да, можно выделить психологические причины того, что мы ограничиваем сами, неосознанно, обычно неосознанно, поступление денег в нашу жизнь. Но это, во-первых, происходит потому, что можно выделить вот личностные какие-то блоки внутренние, семейные, родовые. Если говорить о личностных, то это таких две больших группы внутренних запретов, когда мы считаем, что деньги плохо, вот, и тем самым подсознательно отталкиваем их. Это когда человек считает, что деньги – это нечто то, что, ну, такое, что будет портить отношения, отношение к нему, отношения в семье и так далее. Такие препятствия возникают тогда, когда мы чрезмерно увлекаемся, то есть придаем слишком большое значение деньгам. Когда мы считаем, что вот деньги – это все в нашей жизни, да? Ну и тогда это тоже как… То есть получается тяжелее. Одна крайность и вторая крайность, когда деньги – цель жизни, и вторая, когда деньги – это плохо. Нужно искать опять-таки золотую середину. И если мы говорим вот эти, да, блоки, вы говорите, родовые, то есть… Все-таки работает правило, вот как в украинской мудрости, да, бедным родился, бедным и умер. Или все-таки это можно разорвать, этот какой-то порочный круг? Можно говорить о родовых каких-то программах в том случае, если есть, ну, самые распространенные причины того, что вот по роду может что-то тянуться, это исторически, это когда вот в семье было раскулачивание, когда в семье есть какие-то истории, связанные с деньгами, негативные, и неосознанно, подсознательно по роду передается страх денег, что деньги это могут быть опасным чем-то. Вот. И тогда неосознанно человек как будто бы либо ограничивает их поток, либо вообще стремится, ну, чтобы их было поменьше. Если мы говорим все-таки о каких-то личностных ограничениях, да, по деньгам, что мы можем выделить вот конкретно, если брать по группам этих ограничений, что это может быть? Ну, это то, что мы уже говорили, что это либо деньги, либо все, либо ничего. Это может быть препятствие внутреннее, связанное с тем, что деньги являются мерилом моей ценности. Ну, когда человек считает, что меня любят из-за того, что у меня есть деньги, то это подсознательно препятствует тому, чтобы они были в жизни человека. Ну, здесь Вселенная так мудро распоряжается тем, чтобы человек научился чувствовать ценность свою собственную без эквивалента денег. То есть понимать о том, что деньги – это только средство для того, чтобы были какие-то блага у тебя в жизни. А если говорим про вот эти внутренние блоки, да, которые существуют на пути к деньгам, на пути к денег к нам, я не знаю, кто к кому движется, либо мы движемся друг к другу, то как с этим бороться, вот если говорим об вот этих, да, родовых блоках, когда вот боязнь и страх денег, либо другие вот причины, как здесь контролировать правильно этот процесс? Ну, во-первых, нужно их осознать. Ну, во-первых, нужно осознать то, как я отношусь к деньгам в своей жизни, насколько я могу впускать, принимать. А это всегда зависит от самооценки, от ценности человека самого. Это зависит от того, насколько человек ценит то, что он делает, то, что он дает миру. Потому что, ну, деньги на самом деле являются средством обмена. И если я ценю то, что я даю людям, то тогда я могу свободно впускать обмен, да, в виде денег. Если я считаю, что я там где-то не дотягиваю, не дорабатываю, или то, что я делаю, не совсем ценно, то тогда могут возникать внутренние блоки. Что еще важно сделать? Важно вот знать свою историю, историю своей семьи, своего рода. Потому что семейное послание, которое мы унаследовали от родителей, да, это то, как родители относились к деньгам, да, их просто нужно сначала понять, а потом нужно понять, как это в моей жизни. Ну и тогда только что-то с этим можно делать. Тогда можно задуматься о том, а как же я хочу, чтобы было у меня. То есть написать свой собственный сценарий можно только тогда, когда осознаешь, поймешь сценарий тот, который был в семье. Предысторию, да, которая была. А есть еще одно такое правило, вот буквально недавно я его услышал, такое, я не знаю, может это правило, может чья-то фантазия, что количество денег, и опять-таки, если у тебя деньги, зависит от твоего окружения. То есть это 5 человек, с которыми ты общаешься,
общаешься, и вот среднее арифметическое, скажем так, насколько они успешны, насколько много у них денег, сколько же будет у тебя? Насколько это справедливо вот с точки зрения психологии? Равняемся ли мы на кого-то или наоборот, вот если у друзей, у знакомых, у людей, с которыми мы общаемся, есть деньги, это наоборот создает для нас какой-то блок? Я думаю, что здесь справедливости очень немного, потому что никак внешнее окружение не влияет, кроме того, что может возникать желание, стремление жить так же. Да? Но если это стремление, ну, такое, знаете, как ограничивающее, в виде зависти, зависть бывает, которая ограничивает, которая помогает. Движет достижениями, да? Так вот, если я думаю, что вот у них есть, а у меня нет, и по этому поводу много печали, много сожаления, и то из-за это этого наоборот руки не поможет. Опускаются, да, то здесь никак помощи никакой не будет. Если же я просто вижу для себя, ну, такой вот образец, понимаю, что я могу делать, ну, при этом беру ответственность на себя, да, за свои действия, вот, то это может быть каким-то подспорьем, какой-то помощью. Во время одного из эфиров мы говорили о том, что нужно правильно формировать свои желания, то есть говорить конкретно то, что мы хотим. Вот как раз если мы говорим о деньгах, очень часто можно услышать фразы, которые в быту, да, мне много денег не надо, так чтобы хватало там на жизнь, либо еще вот какие-то ограничивающие нас в действиях и в количестве денег фразы. Стоит ли их вообще избегать и какими лучше заменять? Я бы сначала поняла, откуда, почему именно так человек формулирует свое желание, да, потому что мне много денег не надо, здесь предполагается, слышится за этим всем, ну, какое-то желание ограничить, какое-то желание избежать, ну, какой-то стыд денег, да, что тоже очень часто встречается, ну, стыдно хотеть, стыдно желать чего-то большего. Вот, это первое. А второе, вот по поводу желания, как его составлять, как его выстраивать правильно, вот денежное желание, здесь можно говорить о том, что если мы ставим слишком большое ожидание, ну, например, там традиционный миллион, да, там, что звучит часто и густо, то это путь к разочарованию, потому что важно намерение... Понимать реальное, да, еще да, возможности. Важно составлять намерение с учетом своих реальных возможностей. Да? Если на данный момент мой доход составляет, допустим, 10 денег, да, то ну, рекомендуется в намерении ставить на 30% больше, да, чтобы вот эта планка, которую я перед собой ставлю, была осязаемая, была видимая. То есть лучше маленькими шагами, но все время получая какое-то удовольствие от того, что это сбывается. Все-таки у нас получается достигать тех целей, которые мы поставили. Совершенно верно. И тогда, может, и до миллиона дойдем. Так что вот так, друзья, как вы видите, все на самом деле очень просто. Желаем вам, конечно же, иметь столько, чтобы хватало, но и не ограничивайте себя ни в чем. Поэтому старайтесь жить так, как хочется, чтобы было вам комфортно и комфортно людям, которые рядом. Вам спасибо большое за эфир. Как всегда, очень интересно. Расставили все по полочкам.